Не знаю. Моего жарю сразу много. Огромное количество. Она такая вкуснючая, получается, что ее можно как семечки съесть. Я ее помыла, солю, и можно какой-нибудь специи для рыбы шандарахнуть. Чуть-чуть, много не надо, она сама по себе очень вкусная. Берем кукурузную муку и в пакет. С кукурузной мукой самое вкусное. Вкуснее даже, чем с манкой. Хотя раньше я всегда делала с манкой. Все просто перебаламучиваю. И никакого мусора дома, чистота и порядок на кухне. Все, пожалуйста. Противень залезну маслом чуть-чуть. И на противень выкладываю рыбу. Все, все проблемы. Никаких проблем, вернее. Рыбу как всегда, да? Духовку на 20 минут.